12 по 14 ноября в Магнитогорске состоялся первый конгресс «Безопасность труда и экология на промышленных предприятиях». Инициатором его проведения выступил Магнитогорский металлургический комбинат. Идея организовать подобное мероприятие зрела на протяжении длительного времени. С одной стороны, практически на всех промышленных предприятиях страны есть реально работающие программы по технике безопасности, внедренные экологические проекты. То есть можно поделиться бесценным опытом. С другой стороны, этим вопросам долгое время не уделялось значительного внимания, а потому отставание, к примеру, от европейских стран очевидное. Сделать шаг к сокращению этого разрыва и стало главной задачей Конгресса. Экология и охрана труда – это вещи, где мы точно не конкурируем, где мы точно должны быть вместе, где мы абсолютно должны быть открыты и вырабатывать общую стратегию для работы и направлений. Потому что действительно этим направлением очень немного уделялось раньше внимания. Сейчас они более серьезные, они имеют другой вектор, они имеют направленность. Мы точно поверили в том, что травматизм может быть нулевым, и европейские коллеги очень активно нам это демонстрируют. Можно бесконечно долго делиться опытом, разрабатывать и внедрять современные технологии в сфере безопасности труда. Но при этом важно помнить, подчеркнул Григорий Щуров, что ни о каком нулевом травматизме нельзя вести речь, пока соблюдение норм безопасного труда не закрепится на подсознательном, психологическом уровне работника, пока не выработается личное стремление работать безопасно. Как этого добиться, еще один вопрос, который предстояло решить на Конгрессе. Охрана труда – это вопрос очень сложный, и это вопрос именно воспитания персонала, воспитания культуры работать безопасно. Такая культура, она не просто воспитывается, она воспитывается годами. Это должны быть организованы определенные условия для того, чтобы персонал это понимал, персонал выполнял те требования, которые от них требуются, и персонал абсолютно точно хотел выполнить свою работу безопасно. Открывая мероприятие, Щуров поблагодарил всех присутствующих за то, что откликнулись на инициативу ПАО ММК. В конгрессе приняли участие представители Новолипецкого металлургического комбината, Объединенной металлургической компании, Выксунского металлургического завода, Первоуральского новотрубного завода, Челябинского трубопрокатного завода, управляющие компании «Мечелсталь», ОАО «Металлоинвест», а также все представители обществ группы ПАО ММК. Сразу была обозначена проблема. Опыт по охране труда и решению экологических вопросов в целом по стране накоплен достаточный, но он не реализован на уровне промышленников, людей, которые с этим сталкиваются напрямую в процессе своей работы. И есть необходимость этот накопленный разными предприятиями опыт систематизировать и конкретизировать относительно сферы металлургического производства, что особенно актуально в свете последних поручений президента России Владимира Путина. Все те поручения, которые у нас есть, и президента страны, мы обязаны выполнить, и мы должны с вами понимать, как мы будем это делать. Поэтому прошу считать первый конгресс по охране труда и экологии открытым. Спасибо. Прежде чем говорить об экологии и охране труда, важно понимать, о каких масштабах производства идет речь. По результатам 2017 года основные показатели деятельности ММК – это производство чугуна в количестве 10 миллионов тонн, стали почти 13 миллионов тонн, товарной металлопродукции – более 11,5 миллионов тонн. Численность группы компаний – 56 858 человек. После вывода из строя мартеновских печей на ММК ведется серьезная реконструкция производства. Это и введение мощностей для производства продукции с высокой добавленной стоимостью, агрегаты непрерывного горячего оцинкования, агрегаты полимерных покрытий, реконструкция производства холоднокатанного листа, открытие новых прокатных станок, а также другие инвестиции в производство. Помимо основной цели – увеличения прибыли, все новые объекты и реконструкции были выполнены с учетом современных требований к охране труда и экологии. Кроме этого, сегодня на ММК реализуется глобальная программа технических мероприятий, направленных на снижение риска происшествий и несчастных случаев. Формируется план мероприятий, который требует инвестиций для
скажем так, устранения и для установки дополнительных ограждений, концевых выключателей, ремонта существующих систем безопасности, то есть, которые в течение года реализуются. В этом году вот мы планируем потратить на реализацию данной программы 300 миллионов. Система мотивации, разработанная на ПАО ММК, один из эффективных инструментов охраны труда. За последние несколько лет она претерпела несколько важных изменений. В системе положений по оплате труда уравняли показатели по качеству, объемам и безопасности труда. Теперь премирование персонала разделено на три равные части. То есть в итоге речь идет о том, что необходимый объем качественной продукции должен быть произведен безопасно. Для учета есть необходимые инструменты и электронные программы. По факту это электронный журнал приема сдачи смен. То есть бригада, которая приходит на смену, принимает смену, качественно принимает смену, все выявленные замечания вносятся в электронный ARM. Более того, для этой электронной системы мы ограничим ее работу, то есть вносить эти замечания можно только в течение 3 часов после начала смены. Соответственно, эти замечания фиксируются и влияют на оценку предыдущей бригады, которая сдавала смену. Более того, в электронном виде эти замечания попадают в сервисные организации, у нас это объединенная сервисная компания, которая выставляет сроки, устанавливает сроки устранения данных замечаний. Еще одно нововведение. На протяжении 1,5 лет специалисты ПАО ММК занимались разработкой электронной системы управления происшествиями. По факту это модуль, который позволяет производить расследование несчастных случаев. Конечно, машина не может дать 100% точный результат. Однако она эффективно определяет коренные причины несчастного случая, а также дает возможность разработать комплекс мероприятий по конкретному происшествию. Инцидент считается исчерпанным лишь в том случае, когда сформированы мероприятия и определены ответственные, размещено распоряжение по устранению замечаний. В качестве эксперимента система отрабатывается в доменном цехе. Затем планируется ее распространение и в остальные подразделения комбината. Соответственно, эта система дает нам возможность спасать людей, и когда он не понимает то, что он обязан, человек, персонал, работник, выполнять требования охраны труда, то есть мы с ним прощаемся, тем самым спасаем ему жизнь. Большую роль в выработке культуры безопасного труда имеет система наглядной агитации. Один из свежих примеров – плакаты в цехах о необходимости остановить работу в случае опасности. Генеральный директор объявил, что все работники обязаны остановить работу, абсолютно любую работу, если при ее выполнении существует какая-либо угроза для их жизни, здоровья, либо их коллег, работающих рядом. Соответственно, эту инициативу, понятно, поддержали и замгенерального директора, и все начальники цехов. Везде на стендах в цехах вот эти обращения развешаны, что, ну, по сути, никакой руководитель, цель такая, никакой руководитель не имеет право заставить работника выполнять работу опасно. Еще один инструмент работника, помогающий организовать работу эффективно, но безопасно – информационное мобильное приложение «Мой ММК». Я буквально, вот просто находясь здесь, да, вот просто открываю, и полностью информация по охране труда. То есть здесь есть наша страничка «Охрана труда, экология». То есть это у всех, вот у всех пользователей вот, мобильных телефонов, просто это делается заявка, автоматически подключается эта программа. Здесь все телефоны наши, причем всего управления, всей лаборатории, то есть можно звонить без вопросов. Здесь наши ключевые требования, здесь напоминание, скажем так, работнику о том, как он должен поступить при несчастном случае. Здесь полностью информация статистически за, получается, по-моему, Леша, напоминаю, 16-17 год и 18-й год, то есть она сформирована по месяцам, сколько случаев, конкретные случаи, когда они происходили, что это было, то есть здесь полную информацию мы разместили, более того, информация, как оказать первую помощь.
То есть это вот, ну, такой продукт нашей IT-службы, то есть нашего информ-сервиса. Еще одна система, которую мы сделали у себя, реализовали в этом году, закончили эту работу. То есть это система позиционирования работников домена-IP номер 6. То есть это радиометки, которые мы раздали персоналу, сделали 3D-модель доменной печи, и в режиме онлайн можем мониторить состояние и мониторить место нахождения нашего персонала. То есть что она нам дает? Это контроль нахождения работников в опасной зоне первой и второй группы газоопасности, предупреждение о нахождении работников, то, что работает кран, то есть происходит опасность. Контроль работы подрядчиков при проведении техобслуживания, то есть абсолютно хорошая опция, потому что все ремонтники, которые заходят на шестую доменную печь, получают вот такую радиометочку, и мы точно понимаем, где он, что он, спит ли он и так далее, потому что она оснащена неким таймингом, то есть если она зависает больше, чем на 5 минут, то высвечивается сигнализация о том, что работник находится без движения. Вот. Поэтому тоже очень интересная вещь. То есть у нас после того, как мы радиометки раздали, помимо культуры производства и дисциплины, у нас очень активно начал чистеть литейный двор, потому что, ну, работник не имеет права сидеть, да, то есть находиться без движения. Соответственно, чтобы что-то делать, вот он у нас активно занимается уборкой и качеством уборки. Рассказывая о работе Магнитогорского металлургического комбината в целях сокращения вредного воздействия на окружающую среду, Григорий Щуров отметил, что благодаря выводу из работы устаревших фондов «Мартены», «Слябинг», «Блюминг», «Три коксовые батареи», «Две доменные печи» с 1989 года удалось более чем в 4 раза сократить валовые выбросы в атмосферу. Ключевые инвестиционные объекты ММК также вводятся в эксплуатацию с целью значительного уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Наша цель, то есть понятно, что к 2025 году достичь комплексного индекса загрязнения на уровне единицы. И для этого мы разработали целую стратегическую программу, следующий слайд, которая включает в себя реконструкцию первого передела и минимизацию воздействия на окружающую среду. Стоимость данной программы до 2025 года только экологических объектов 38 миллиардов рублей. В текущем году была завершена конструкция аспирационной установки доменной печи номер 1. В результате снижение выбросов пыли на 600 тонн в год. Входит в заключительную стадию работы на Магнитогорском водохранилище. Цель проекта – переход на полностью замкнутую систему оборотного водоснабжения, что позволит сократить объем сбрасываемых сточных вод водохранилища на 91%, сократить сброс массы загрязняющих веществ на 85%. В результате реализации проекта «Реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара-охладителя» ожидается существенное улучшение качества воды Магнитогорского водохранилища и реки Урал ниже второй плотины. Вот это мероприятие мы выполнили. Соответственно, вы видите, что мы в 11 раз снизим объем сбросов вообще в принципе всех по комбинату. Да? Вот, по комбинату. Единственное, что вот здесь остается у нас момент, мы для себя подстраховались, но это проектом предусмотрено. То есть здесь будет установка нескольких шандоров, то есть если будут какие-то паводковые вещи, связанные с переполнением водоемов, то есть, ну, мы технически эту воду должны будем сбросить, ну, без этого, ну, никуда не деться. Более того, мы завтра планируем эту косу, ну, зарыблю. Уделяя большое внимание восстановлению нарушенных земель, ММК проводит работы по рекультивации отработанных железорудных карьеров. Ликвидация карьеров осуществляется посредством заполнения выработанного пространства продуктами переработки шлака. И немного статистики. Лежалых шлаков в 2000 году было 97 миллионов тонн. Сейчас осталось доменных 36 миллионов и 1,5 миллиона тонн шлаков стали плавильных. Оба вида шлаков идут в дальнейшую переработку для отделения остаточной железорудной фракции.
До 2025 года планируется продолжать эту работу и довести уровень лежалых шлаков до 19 миллионов тонн. Таким образом, участники Конгресса получили объемную информацию по нынешнему состоянию охраны труда и экологическим проектам на ПАО ММК. После чего представители промышленных предприятий России рассказали о собственных проектах и нововведениях. Чем хотелось поделиться своим опытом, мы заявили две темы. Это первое – переход на аутсорсинг по обеспечению средствами индивидуальной защиты. И вторая тема связана с экологией – это внедрение автоматизированной системы контроля за выбросами в атмосферу. Показатели напрямую идут на технический сервер, как не только на заводские службы, да, главный эколог за ними наблюдает, но и уникальная система в том, что за показателями следит столевар. Да, и он в случае превышения там предельно допустимой концентрации может изменять технологический процесс, да, тем самым контролируя вот эту выброс. Я хотел бы, конечно, поблагодарить коллег из ММК, потому что действительно мы вроде что-то делаем каждый сам по себе, но вот такие конгрессы, они дают возможность увидеть коллег, вот так, пообщаться в неформальной обстановке, действительно поделиться лучшими, ну, можно так назвать, лучшими практиками. Потому что, ну, можно говорить избито, можно говорить по-разному, но самое главное то, что есть в нашей жизни, это здоровье нас, нашего персонала, наших близких. Действительно об этом надо говорить. Это самая главная ценность. Я рад, что это становится сейчас ценностью всех крупных компаний, металлургических компаний. То есть, и мы вот видим сейчас на примере доклада вашего директора, что на самом деле большая работа проделана. Что привезли мы приехали с коллегами сразу с разных направлений. Поделимся своими лучшими практиками, расскажем то, что мы делаем на своем комбинате. Ну и надеюсь, в дальнейшем такие конгрессы будут регулярны. Второй день конгресса был посвящен экскурсиям. Организаторам было важно на деле показать то, о чем так подробно говорилось в докладах и презентациях. Первым пунктом стала школа безопасности. Гостям повезло, что именно в этот день здесь проходил профессиональный конкурс рабочих высотников. Можно было увидеть живую работу инструкторов и педагогов школы. Уникальный комплекс школы безопасности был открыт в январе 2018 года. Он оборудован интерактивными стендами, тренажерами, манекенами. Зонирован так, чтобы было максимально удобно и комфортно проводить теоретическое обучение и тестирование. А главное – практические занятия по формированию привычек безопасного труда. Работа по снижению уровня травматизма на ММК ведется во всех направлениях, в том числе и в рамках проекта «Безопасность 24/7» и через систему обучения персонала, реализуемую Центром подготовки кадров персонал. Мы не только теоретически рассказываем, что и как работать, что на пальцах очень сложно сделать, а на практике уже работники, одевая привязи, подбирая их правильно под данный вид работы, потому что сварщики, в правилах прописано, что должны работать с применением строп из цепи, из троса стального, из специальных огнестойких материалов. Мы это все у нас на наличии, это естественно есть, мы это выдаем, они одевают и в моем сопровождении, как преподавателя, я их инструктирую, объясняю, они уже перемещаются сами правильно по конструкциям. Интересна сама цепочка последовательностей. Сначала обучение сотрудников в школе безопасности, привитие ему необходимых навыков работы в условиях риска. Затем работа на производстве, закрепление и улучшение специфического опыта. А далее профессиональные конкурсы, которые позволяют выявить и мотивировать лучших, а также убедиться в эффективности методов обучения. У нас загруженность хорошая. Мы каждую неделю по 3 дня, по 8 часов загружаем работы по высоте. И ежедневно у нас проходит здесь подготовка работников, ежедневная по 8 часов, помимо тех высотных обучений. Обучают уже знанием всех вот этих опасных факторов. То есть уже, чтобы люди анализировали. То есть здесь в данном случае вот здесь манекены представлены, стенды. Здесь показывают недостаток рабочего места. То есть чтобы люди анализировали, как у нас, собственно, здесь организованы рабочие места. Вот, ну, высота у нас на хорошем уровне, достойном. То есть мы переняли опыт не у других организаций хороших, кто занимается высотными работами и обучением по высоте. И создали вот такой хороший объект. Гости с интересом наблюдали за ходом конкурса, высказывали свои впечатления. В целом, как выяснилось, в той или иной мере подобные тренинги существуют на всех предприятиях, но вот так, в комплексе, только в Магнитогорске. Впечатляет. Красиво, разумно, полезно. Хотелось бы такое же внедрить у себя. Для работников, вновь прибывших на предприятие, это полезный опыт.
когда человек может поучиться в реальных условиях, ну, безопасных, приемом безопасной работы, это полезно. И когда человек умеет работать безопасно, он и в будущем будет выполнять правила охраны труда. То есть нужно учиться всему сначала правильно. Имея все в одном месте, вот, можно и обучать, и проверять на знания, и, соответственно, тем самым доводить необходимые требования охраны труда и промышленной безопасности до сотрудников, и в том числе до подрядных организаций. Вот, у нас есть все эти направления, которые мы видели в школе безопасности, но они у нас разрознены. Да. Здесь, когда все это дело собрано в одном месте, это, конечно, большой плюс. То есть у нас планируется также построение там, корпоративного университета. Может быть, у нас тоже будет на базе этого что-то подобное сделано. Но пока я это увидел впервые, мне понравилось. Среди участников экскурсии руководитель дирекции по безопасности производства Объединенной металлургической компании Михаил Козлов. Он отметил, что руководство ОМК и дирекция по охране труда и промбезопасности ММК уже давно обсуждали и планировали этот уникальный конгресс. И теперь, когда желаемое стало реальностью, он рад поделиться наработками своего предприятия, а также заинтересован в опыте других производств. У нас очень активно развивается направление безопасность производственных процессов. И вчера был доклад на эту тему. На наш взгляд, мы достигли определенных успехов, которые выражаются в том, что у нас разработаны и реализуются стандарты по механической целостности оборудования, по предпусковым проверкам безопасности и по управлению техническими изменениями. Также я считаю, что у нас достаточно хороший уровень цифровизации работ по охране труда, который связан с тем, что те все многочисленные обходы, которые проходят на наших предприятиях, они все собираются в базу данных, анализируются и, соответственно, разрабатываются мероприятия. Учитывая, что в год количество наблюдений в этой базе превышает 300 тысяч, вы сами понимаете, что вручную обработать такие массивы невозможно. Также я считаю достаточно интересным направлением у нас вообще сам подход к проведению поведенческих аудитов. И у нас уже в течение ряда лет установилась добрая традиция, когда управляющий директор каждого нашего актива ежедневно проводит поведенческий аудит. Естественно, от него не отстают его подчиненные, вплоть до сменных мастеров и бригадиров. И это повторяется изо дня в день. Вот это то хорошее, что мы пропагандируем и готовы этим делиться. Толчок для проведения конгресса был не только в огромном количестве позитивного опыта, накопленного предприятиями. Важно было обсудить и проблемы, которых пока еще очень много. Не так давно все абсолютно предприятия, ну, в частности и Магнитогорский металлургический комбинат, поставили задачу полная открытость, не сокрытие несчастных случаев. Мы увидели истинную картину по производственному травматизму. Ну и, откровенно говоря, поняли, что с этим надо что-то делать. С этим надо что-то делать, вводить новые какие-то барьеры, новые ограничения, новые требования, ужесточать, где-то помогать, обучать персонал, проверять знания регулярно. И, соответственно, подобного рода сессии нам в этом очень сильно помогают. По крайней мере, видим, как у наших коллег из других предприятий происходит и процесс обучения, процесс проверки знаний, какие требования предъявляются к персоналу служб охраны труда, как работают с подрядными организациями. Ну, это вот очень положительный момент. На ММК все внедренные программы в сфере охраны труда дают результаты. Однако ранее оценить их эффективность, привести ее к общему знаменателю было проблематично. Теперь это можно сделать. Приказом генерального директора по ММК был установлен норматив-коэффициент 1,85. На данный момент эта цифра по комбинату составляет 1,87, что хорошо, но есть куда стремиться. С 2016 года у нас был просто очень резкий рост. Очень резкий рост, потому что это не потому, что стало плохо все, а потому что мы стали очень открытыми. И жестко поставлена задача за сокрытие вплоть до увольнения. У нас очень серьезный рост был, до 131 случая несчастного в год. В прошлом году у нас 113 случаев, в текущем году 85. Следующим пунктом экскурсионной программы стала стройплощадка 5-й аглофабрики. Ярчайший пример внедрения экономически выгодного и при этом экологически сбалансированного объекта. Новая аглофабрика будет оснащена двумя уникальными агломашинами, аналогов которым нет в России.
В настоящий момент продолжается монтаж технологического оборудования на агрегатах, а также строительство металлоконструкции основных зданий и сооружений фабрики. Каждая агломашина будет снабжена двумя электрофильтрами, предназначенными для очистки аглогазов от пыли. Кроме этого, в комплексе природоохранных сооружений фабрики 9 систем аспирации с рукавными фильтрами, системами рециркуляции аглогазов. Планируется смонтировать установку обезвоживания гипса, систему сбора и отвода ливневых стоков с промышленной площадки. Проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду. Выбросы пыли снизятся на 490 тонн в год, диоксида серы на 3280 тонн в год. Кроме того, на 600 тонн в год сократятся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения. Современная аглофабрика, тем более с уменьшением количества неорганизованных выбросов, это большой шаг вперед. И думаю, что она будет одна из самых современных технологий или производств, которые нанесут минимальный ущерб окружающей среде. Главный эколог Лебединского ГОКа Наталья Черкащенко рассказала, что руководство компании «Металлинвест» выступило с предложением провести следующий конгресс подобного рода на своей территории. Очень понравился этот семинар, конгресс. Мы в своей компании проводим 8 лет собственные семинары. Но встретиться с представителями других компаний и обсудить в открытом формате все те проблемы, которые нас волнуют, очень здорово. Есть специфика, конечно, у горно-обогатительных комбинатов, есть у металлургических, но в принципе один и тот же. Мы должны бороться с пылью, мы должны бороться с газами, нам нужно очищать воду, а подходы в принципе одни и те же. Третий день конгресса был посвящен подведению итогов. Я на Магнитогорском комбинате во второй раз в течение года, вот ровно год у меня прошел осечка. Могу сказать только, что вперед далеко шагнули коллеги. Очень. От того, что я видел год назад и сейчас, в плане обеспечения промышленной безопасности и охраны труда, очень далеко шагнули, очень много для себя подчеркнул. И такие вот, как сейчас модно слово, классные фишки, очень хорошие есть, я нигде не встречал. Все темы, отмечали участники конгресса, были насущными. Что-то можно было вполне внедрить и у себя. А главное, стало понятно, что, несмотря на разность подходов, направление выбрано одно. Очень приятно, да, было увидеть интересные решения по экологической безопасности и Новолипецкого металлургического предприятия, потому что мы с ними всегда формально поддерживаем отношения, да, и надеемся, что вот такие мероприятия, как конгресс, да, они создают основу для работы на постоянной основе. Понятно, что только общий подход всей отрасли, да, он позволит и решить экологические проблемы, и в то же время сделать отрасль более эффективной, более экономичной по отношению к мировым производителям стали. Точно видим, что очень многие предприятия максимально идут в цифровизацию, в оценку работы руководителей, оценку работы предприятий. Это хорошо. И этот подход, я думаю, не только мы будем развивать дальше, но также и вы. Понравился подход по работе с подрядчиками. Это такой очень большой пласт тяжелой рутинной работы. Как заставить подрядчиков выполнять все требования, работать безопасно. Вот это изменение подхода, не требовать, а стать компаньоном, коллегой подрядчика, услышать его проблемы, отзываться на них. Интересно. Одним из главных пунктов резолюции Конгресса стало намерение сделать информацию о текущем внутреннем состоянии дел в сфере экологии и охраны труда на каждом предприятии общедоступной для остальных участников договора. Я сейчас говорю про, к сожалению, да, говорю про травматизм, говорю про статистику. Может быть, туда добавить даже какие-то экологические вещи, то есть что интересует, потому что мы занимаемся сейчас активно с вами и парниковыми газами, и СО, и инвестируем, и шлаки нас сильно интересуют, рекультивация. То есть посмотрите, подумайте, какая информация нужна. То есть я думаю, что мы с вами точно должны принять очень
такое общее решение и планомерно и регулярно обмениваться информацией. То есть абсолютно понятной для всех, потому что, как сказал Роман Николаевич, очень, очень четко, да, вот в вопросах охраны труда, промышленной безопасности, экологии мы с вами абсолютно не конкуренты. Почти столетие в нашей стране больше внимания уделялось интенсивному развитию производства и меньше охране труда и экологии. Ситуация начала меняться, но темпы этих изменений пока недостаточны. Не случайно в одном из майских указов Владимир Путин уделил экологии должное внимание, особо отметив промышленные центры страны. Президент поставил четкую задачу: к 2024 году совокупный размер выбросов в атмосферу должен сократиться не менее чем на 20%. Цель ясна, и подобные конгрессы – надежные и верные к ней ступени.